Всем хорошего настроения и удачи. В соцсетях его окрестили самым вежливым и добрым водителем в Раменском. 50-летний Рафик Султанов выходит на рейс всегда в хорошем настроении. До начала съемок угостил нас чаем, правда, попросил не снимать этот момент на камеру, такой он уж скромный. Комментарии в интернете о себе не читал, а между тем пост о его работе собрал несколько десятков тысяч просмотров и множество отзывов. Сегодня ехала на 17-й маршрутке. Впервые в жизни мне попался водитель, который желал пассажирам хорошего дня, удачи, классного настроения и успехов. Это же нормально. И люди меньше ругаются, позитивно выходят, заходят. Всем нравится, мне тоже приятно. А как люди реагируют на ваши вот эти вот движения? Ну, сперва странно смотрели, а сейчас сами улыбаются, тоже желают здоровья, хорошего настроения. Хорошо, что такой водитель. Потому что бывает настроение плохое, а он как бы поднимает его. Ну и вообще побольше таких водителей. Рафик родом из Дагестана. В Раменское перебрался 20 лет назад. Все эти годы был бизнесменом, продавал постельное белье, а также занимался грузоперевозками по всей Московской области. Водителем маршрутного такси номер 17 стал полгода назад. За время работы проявил себя как хороший, грамотный, дисциплинированный сотрудник. Взысканий со стороны руководства не имеет, выполняет все производственные задачи. Очень вежлив, корректен с пассажирами, выполняет план, дорожных транспортных происшествий не допускает. Всем нас устраивает. Руководство пообещало водителю денежное вознаграждение за его труд. Но, как говорит он сам, главная для него награда – это улыбки пассажиров. Виктория Самойлова, Сергей Григорьев и Егор Кабанов для программы «Городские вести».